Віктор Мерешко народився 28 липня 1937 року у Ростовській області. Відомий драматург, сценарист, кінорежисер та актор. Саме за його сценаріями було знято такі популярні стрічки: як «Здрастуй, прощавай, Тринтрава на вас чекає громадянка Ніканорова, Рідня, польоти у вісні на яву, самотня жінка бажає познайомитися, нічні забави, крот, рекет, сонька золота ручка та інші має сина та доньку. Виктор Иванович, добрый день, добрый я день. очень рад, что вы приехали в Киев, я очень рад, что мы сегодня с вами имеем возможность пообщаться. Вы выдающийся и сценарист, и драматург, и режиссер, прекрасный актер, вообще человек, без которого представить советское и российское кино просто невозможно, потому что такого успешного сценариста, наверное, у нас в советском кино не было. Я знаю, тем не менее, что вы долго жили в Украине, тогда еще на Украине, даже закончили украинскую школу. Да, село Русская Поляна. Под Черкасом. Под да. Вы украинец по национальности? Нет, русский. Но у меня мама была русская, Гончарова Александра Ефимовна, из Верховья Дона в Воронеж туда, ближе к Воронежу. Отец был ее кузнецом, а отец Иван Севастьянович, он был вообще выход из Сумской области. Дело в том, что Мережковский, Дмитрий Сергеевич, я чем горжусь, он, в общем-то, носил его, по-моему, дед носил фамилию Мережко. И они из под Сум. И мои корни, вот по отцовской линии, из-под Сум, откуда, оттуда. Вот. И э, отец, в общем, на Дону жил. Я родился, собственно, на Дону. Потом жил он в Ставрополье. Мы жили на Кубани и в Моздоке. Помотало. Ну как, мне было... Мы приехали в Украину. Мне было сейчас не соврать, по-моему, 13 лет. или 13, по-моему, лет. Мы поменяли к тому времени 18 мест жительства. И в Украине мы жили в Русской Поляне, вот под Черкасами, потом жили в Межиричи, есть такое село, потом Таганча было такое село, Каневский район. Потом опять вернулись в Русскую Поляну, где мамина сестра, тетя Нина, она жива, дай бог ей здоровья, до сих пор еще жива, по сути подарила нам хатынку на окраине Русской поляны на песках, где картошка была, ну, величной, вот вот в ну, песке. Вот, и впервые у нас, в общем-то, появились свои четыре стены. Вы, закончив украинскую школу, украинский язык, помните хоть что-то? Вы знаете, я, во-первых, его понимаю абсолютно. Во-вторых, мне нравится песенность. В-третьих, mm -hmm. я очень люблю украинские анекдоты рассказывать. В-четвертых, я его скорее пародирую. Я-то помню, но мне для того, чтобы по-украински заговорить, нужно долго подыскивать уже слова. Ну, ну, посчитайте, с 61 -го года я живу 50, 50 лет в России. Долго. Поэтому под, не то, что подзабыл, где трудно находить слова. Я э, человек песенный, я добро разговариваю на украинском языке, но для того, чтобы добро разговаривать, мне нужно искать какие-то слова, а я не всегда это умею. Украина – прекрасная территория с замечательными черноземами. Здесь все создано для того, чтобы люди жили богато, чтобы у них всегда была еда. Тем не менее, в 1933 и 1947 году по Украине прокатился страшный голод. В 1947 вы жили уже здесь. Вы застали это? Голод Украине действительно Нет, был? не жил. Не нет, жили? Нет, нет, я жил. Мы жили тогда в Ростовской области. Голод был тогда? А, был. Мы голодали. У нас у мамы, и отца было четверо детей. Сестра больная была, к тому же еще. А, мы голодали безумно. Мы, собственно, от голода бежали в Украину тетя Нина приехала сюда и написала моей маме своей сестре Шура приезжайте в Украину тут, тут можно жить иначе вы там перевернетесь ну что такое безумно что вы ели или что вы не ели ну, ну допустим мы год не ели хлеб у мамы были там какие-то юбки были она ездила на Азов на Азовское море и в Азов менять на рыбу какие-то свои тряпки. Я, как она крутилась, не понимаю. И когда вот наступала весна, я помню, первый, только лебеда появилась под забор. Ели лебеду, да? Мама сварила нам зеленый суп. И сосед дал одно яйцо. Вот я помню, кастрюля была большая. Вот мама сварила зеленый борщ. Это вот, ну, где-то так полгода мы ничего ну я не знаю как мы выжили это трудно даже себе представить в итоге вот тетя Нина нас перетащила а, в Украину и спасла нас фактически вот люди которые голодали рассказывали мне многие что для них самое вкусное лакомство это хлеб с маслом обожаю хлеб для вас тоже и сало вот люблю хлеб с маслом обожаю особенно если черный хлеб и еще немножко соль посолить. И, конечно, сало тоненько, розовенько, и на хлеб, и то, это дуже гарно. Я знаю, что во время войны ваш отец, как и многие, многие несчастные советские люди, оказался в плену в Германии, и потом из-за этого прятался уже после войны дома. Как это происходило? Ну, во-первых, я не знал ничего. Отец был очень скрытный, очень не любил Сталина. Я сейчас отношусь к Сталину по-другому, чем мой отец относился, скажем. Вы его любите? Я его, мне его не хватает, скажем, потому что тот бардак, который в стране, меня он не устроит совершенно. Нужна, если не диктатура, то тут очень сильная рука. Но это мы отдельно поговорим. И отец не любил Сталина, и он ушел на фронт не любил, как он и детям говорил о том, он что он стал не любить. любить, он матерился и называл его усатый грузиняка и материл, и мама говорила Иван, ну что ты языком своим мелешь, ну посадят ведь, а он был прекрасным маслодел он умел на сепараторных пунктах масло, перегонять молоко, там сливки, творог, масло и так далее. И умный человек был, думающий, да, судя а, по всему? Нет, он был стихийный. Мама была умнее. Он был очень стихийный, он был такой донской, донской украинский казак, скажем так. Он был загульный, любил женщин очень. Иногда попал дал в крайне снежные, неловкие ситуации. Но был такой казачина настоящий конечно там кровь бурлила украинская да, да и там и русская я думаю там все было и он в, в Германии попал в плен и работал на маслозаводе а Коль он с фронта попал в плен да его взяли в, ну, окружили часть и он попал и он работал на молокозаводе в Германии он так очень Вскользь об этом рассказывал, я сейчас, это, по сути, его линию пунктирно написал в сценарии «Красный Дон», uh -huh. который я сейчас только закончил, и надеюсь, что я запущусь. Вот он бежал, ему предлагали, его называли Иван Свистан, он, Иван Севастьянович Иван Свистан, и он бежал из плена. Но его пару раз арестовали, он уже на территории воюющей страны, Советского Союза. Он удалось ему бежать, и я помню, как, знаете, как вот во сне, это был конец 45 -го года, хотя я был уже ну, не, достаточно не маленький мальчик, помню, как во сне, что постучал в окно, а мы, была глухая ночь, и мама проснулась, и я увидел отца. Мне кажется, что это сон. Потом он исчез. Потом, оказывается, он более полугода сидел, это было в Ростовской области, в лесопосадках. Там очень много дезертировало. Очень много дезертиров. Они боялись легализоваться, угу. потому что тюрьма немедленно, а лучше или расстрел. И он полгода сидел в землянках, мама. Прямо в землянках? Да, там он не один был. И вот Мама бегала к нему носила, туда? Носила еду, одежду меняла, стирала. И <свы> непостижимым образом, конечно, жалко, что родители ушли, спросить уже невозможно, она каким-то образом достала ему военный билет, и даже медаль за победу над фашистской Германией, над Германией. Наше дело правое, мы победили. Сталинская такая да, профиль, да? Да, Сталин, профиль. Да. Иосиф Сырёнович. Вот. И он смог тогда появиться и что он есть военный билет. И стал опять работать. А ну, как, как она могла это достать? При понятии, бедности, при всем. При бедности, что она сделала, как она через военкомат сумела это достать, это для меня непостижимо. Это для меня может быть одна из самых больших загадок из жизни моих родителей, как она достала военный билет ему, и да еще не с медалью. Это было очень непостижимо, конечно. Вот. И он стал работать. Он um, носил эту медаль? Нет, он не носил, но показывал. Он, он вообще был беспартийный. Впрочем, какие я, я же в партии такие не, не был. Мне пытались, когда я уже стал известным кинематографистом, пытались в партию пригласить. Я говорю, вы со мной намучитесь. Я говорю, придурковатый. Я могу что-нибудь такое сделать, вы потом жалеть будете, что я в партии. И отец Иван Севастом сморкался очень далеко, так, двумя, вот одной, то, одно то другой ноздрей. Матерился, говорит, да, пошли, мать вашу, так, в эту партию, и нет. Вот. Но медаль не носил, и вообще был, ну, если говорить нынешним языком, постоянной оппозиции, ну, ворчливой оппозиции. Он на митинги не ходил, а матерился. Неактивный. Неактивный, там, когда картошку с мамой перебирал, или там водочку выпивал, самогоночку. Он был, все время был недоволен. Мама говорит, Иван, ну хватит тебе. Но когда отец любил выпивать, когда мы приезжали там, особенно я, в Русскую Поляну, и отец лично готовил самогонку, это в советское время. И пока он готовил, он пробовал. И мама говорит, ну опять нажрешься, опять будешь пьяный. А мать твои таки попробовать самогонки. Мои дети должны пить хорошую самогонку. Она любила его, видно, да? Она любила детей, она привыкла к нему. Она любила, но дело в том, что он, правда, когда он умер, она очень плакала, скорее по себе, нежели о нем, потому что mm -hmm. он хорошо сказали. Да, он настолько был неуправляем в семье, он настолько был вольная птица. Влюблялся. Он печником в итоге работал в селе. Чаще Всем все... печи Всем надо печи, А печи не получались. Ему чаще все деньги не платили. Я помню, вот в Русской Поляне мы жили. И вот там наша узенькая улица, улица Крупской. И вот мы ждали, отец деньги принесет. Если он шел таким... Хорошим решительным шагом, чуть при у него я звоню. Значит, есть деньги. Если шел и матерился, и махал рукой. и так Значит, Иван, ну что, опять дым в хату пошел, а не в трубу. Да мать тихо, так. Выгнали, говорит, чуть, чуть не побили. Часто чуть не побили. Такая была крайне любопытная. Но женщины любили его? Да. Красивый мужик. Я вот смотрю на фотографии, он был под жары, худой, высокий, с таким крупным носом. Ну, вот такой Гришка Мелихов. По поводу носа, это правда, что ему отрезали кончик носа однажды? Чуть-чуть. Мы плыли на пароходе по Кубани, по-моему, вышли, если мне память не изменяет, станица Славянская, есть на Кубани такая. И мы бы в трюме находились. Мама, отец, это уже был 47-й, восьмой год, вот так, и на, на, на узлах, на мешках, на чемоданах, переезжали опять, опять отца откуда-то выгнали, опять мы куда-то переезжали. И мы сидели в трюме, жара была, духота, там люди, ну, как друг на дружке, лежали вещи, и отец пошел там что-то купить, поесть, и, а там возле речного вокзала, значит, воры, ну, как... Шурлы, блатные. Блатные mm -hmm. играли Красный берет, черный берет, в такую игру. И они закрутили в свою игру морячка одного. А он с орденами, видимо, какие-то деньги были. И он спускал деньги со страшной силы. Они вначале дали ему возможность выиграть, а mm -hmm. потом все шло обратно. И отец, видя это, стал ему подбегать и подавать сигнал, дескать, ты беги, беги отсюда. Его в итоге оттеснил один из этих друзей и говорит, что ты лезешь, вот это его морячка жалко, а тебя не жалко. И он его так махнул, видимо, здесь у него у -у -у. было лезвие. лезвие, и кончик нос ему отрезал немножко. Было такое дело, да. Отец когда-нибудь рассказывал вам о том, чем он занимался в Германии? На молокозаводе работал. Он только говорил, что работал на молокозаводе, и я так подозреваю, что у него какой-то был роман с немкой. Мне так кажется. Во-первых, он любил женщин, во-вторых, бежать из Германии вот просто так из молокозавода нереально. Я думаю, что какая-то немка ему помогла. Он, помогла. он более того, он как-то однажды… Выпивший признался, что, ну, она предлагала, это маме говорит, маму звали Шура, я из-за тебя, Шура, в Германии, такая была бы, была бы фрау там у меня, я, она предлагала, садиться, я к тебе рвался, к детям, а ты сейчас ругаешь меня, пятый, десятый. Я думаю, там были какие-то отношения, она, думаю, помогла им. Колоритный какой мужик был, да? Литературно очень. Так, по образу. Но жить с таким человеком, конечно, моей бедной маме было очень непросто. Очень непросто. Потому что он, его собрать в кучку нельзя было. Он, он жил все равно по-своему. Сколько у вас в семье детей было? Четверо, у родителей четверо. четверо. Да. Старший брат умер? Умер. Один брат, я знаю, живет в Днепропетровске. Нет, уже не живет. Вот в конце июля... А на следующий день, после моего, в ночь после моего дня рождения, 20, с 28 на 29 он скончался. Доктор наук, академик. Да? Академик. Был. Остались вы и? И тетя Нина в Черкасах. То есть детей больше ваших сестер, братьев никого нет. нет? Вы ощущаете в связи с этим какое-то одиночество такое, что вы остались один? Вы думаете об этом? А вы вы знаете, когда вот Юра ушел, ну, Юрий Иванович ушел, то я, тогда я ощутил на коротко очень, что я один остался, собственно, из нашего рода. И позвонил тети Нине в Черкас. Она не знала, мы от нее скрывали ей уже достаточно много лет. И говорю, тетя Нина, вот так и так Юра не стала. Она стала плакать. Говорит, видите, ты понимаешь, что мы одни с тобой остались. Я скоро уйду, ты будешь один. И вот тогда как-то, ну. Не то, что испугался, нет, не испугался. А тогда я подумал, что как хорошо, что у меня есть дети. И что рот все-таки продолжает, будет продолжаться и продолжается, понимаете? А так брать на себя груз ответственности, что я вот один и должен достойно завершить вот эту Мережковско-Гончаровскую линию, в общем-то, надо ее достойно и ни в коем случае не опускать руки и не э, ждать конца, никогда не оглядывайся назад, думая сегодня и особенно иди вперед. Это, вот, это мой лозунг на всю жизнь. Это я знаю буддистское такое правило. Я, в общем, будучи христианином, православным, я очень глубоко почитаю и понимаю. Буддию. Хорошая религия. Да, очень спокойная, достойная и очень мудрая религия, без запугивания. Вот, но это отдельный разговор. Вот, поэтому есть такое ощущение, что я, ну, как сказать, держу на плечах вот память ушедших мамы, отец Володя и Нина похоронены в русской поляне, ну, на кладбище. Юрий Иванович, брат мой, вот, который ушел недавно, он в Днепропетровске. Вы учились в Львовском полиграфическом институте, только потом поступили в ВГИК, закончили в ВГИК. Да. Школу жизни вообще прошли большую. Вот кем вы были? Кем я был? Кем я только не был. Ну, ну во-первых, мы работали с родителями на сепараторный пункт, крутили сепараторные угу. ручки, перегоняли молоко и переливали из бедона молоко. Там же каждый крестьянин должен был сдать, по-моему, в год то ли 28 литров, то ли 32 литра молока. Ну, налог такой был на ну, Не для слабых работа, правда? не для слабых. Потом, закончив школу, я не поступил в институт киноинженеров киевский, не поступил, меня не приняли. Я вернулся обратно и устроился ненадолго дровосеком в лес. Русская поляна окружена лесом. Но тут меня пригласили одноклассница написала своим родителям, что очень хорошо в Архангельске работаете, там можно заработать денег. Север. Север. И... А та сказала моей маме, Шура, вот что Витька тут лес валит, пусть в Архангельске, и деньги больше, и все. А денег у нас не было вообще. И мама мне дала в дорогу мешок семечек, не жарен, ну, стакан, помните? Конечно. Да. Мы погрузились, это не соврать была поздняя осень, погрузились уже почти зима в вагон Черкасы Москва. Меня дядя Ваня, брат моей мамы встретил там. Они жили на плющихе в коммунальной квартире, по-моему, метров 20 была квартира, и а их там жило 8 человек. Вот, они даже меня. Я спал на полу между этими... Где вот, 8, там и 9. Там и 9, да. Вот, мешок я оставил на Павелецком вокзале с семечками. Потом сел в поезд, приехал с мешком этим. И, ну, копеечные деньги были и в тоненьких туфлях. И в пальтишке, какой, даже не было же ни пуховиков, ни курток, ну, другое время было, что И я сдал камеру хранения и поехал искать эту одноклассницу на Маймаксу. Есть такой Маймакса, да. -да. да? Лесозавод, по-моему, 23 или 27. Сейчас у меня есть до сих пор пропуск на лесозавод. Там очень хотел устроиться грузчиком, но мне сказали, грузчиком нет. Ты можешь только разработчиком. Я тогда сказал, что я в самодействии буду участвовать, прочитал безумным произношением, говорил вот так Заяц Вахмелю Михалкова, на меня смотрели с ужасом. Короче, меня взяли в разнорабочие и поселили в барак. В бараке бичи жили. И меня, а я читал книжки все время. Я не выпивал вообще, я не умел выпивать. И не матерился, кстати. Вот я слышу, и они все время они говорят, я интеллигент. И когда выпивали, бросали у меня хлеба, стаканы, потом уже побольше. А я был очень здоровый, примерно вот как вы, на, накачан был, здоровый. И меня ну, терпел, терпел, пока я однажды не вскочил, перевернул стол, и затем к сам за коперщиком выскочил, и зима была, жуткая архангельская зима, я несколько раз его обогнал возле барака, пока он не убежал, с тех пор меня не трогали. И перевели в грузчики. Вот что надо было сделать. Да. Я, и самое смешное, что мы грузили бревна и подавали на пилораму. И у меня был, почему-то мне дали психически больного помощника, Юру, Юра, звали. Он ну, долбанутый был. И он для него была самая большая забава толк, нечаянно, как бы толкнуть меня на рельсы тележка так делалась по рельсам, чтобы тележка на меня наехала. Я злился, ругался на него. А он Прикольно. Да. Ну, потом верну, там растяжение вены у меня жуткое было. Вернулся в Москву, опять к дяде Ване. А потом приехал в Русскую Поляну, опять пошел в лес рубить дрова. А потом поехал поступать в полиграфический институт. Все это время, когда вы пробивались, чувство голода не покидало? Вы знаете, нет. Наверное, так. Вы когда-то наелись уже от пуза? Вы знаете, я не люблю есть. Это вас и спасло. <свят> это меня спасло. Я не люблю вообще наедаться. Знаете, может быть, вот то голодное детство, оно как-то держало меня на таком щадящем режиме, бог его за это. Но я не люблю есть, и чувство голода <свят> нет, вы знаете, я вообще не испытываю, крайне редко испытываю чувство голода. Тогда в детстве хотелось есть хлебушка, там, а если с маслом еще, это мечта была запредельная. А так я, я знаю, что будучи студентом в ГИКА, вы, видимо, помятуя о своих донских корнях, решили взять интервью у Михаила Александровича Шолохова. Почему и что была за история? Ну, во-первых, это сейчас мне приходит в голову, как парень 19 лет с образованием хуторской гимназии, хуторской школы, станичной школы, мог за три года с 19 лет до 20, даже с 18 до 21 написать эту гигантскую историю для меня непостижимо. До сих пор непостижимо? До сих, тем более сейчас, я сейчас написал свой «Красный дон». Непостижимо? Непостижимо. Ну, И вот. что? И мысли появляются всякие? А потом расскажем. Мы к «Красному да. дону» вернемся. Ну вот и шел ну, национальный герой Дона, и не только Дона. Я считаю, что это лучшая книга вот с моей точки зрения, даже не унесенный ветром, а вот именно Тихий Дон. Лучшая Советская книга, война и мир выше. Язык настолько изысканный, настолько образный, характеры так выписаны, все так это это я не понимаю, как это можно написать, понимаете? такая такой полотно, ну, такая разбросанная фактура по, по, вс, по природе по описанию по боям по какая дивизия куда шла по петербургу где блистательно изъясняется аристократическим языком персонажей угу. как может угу. мальчик живя в станице знать это слышать они понимают вот это отдельная история. Вот. И мне я учился в Авгеке, а ему исполнялось, он в 1905 году родился, значит, 1965 год. 60 лет. 60 лет исполнялось. И мне предложили, чтобы я взял. Я сам, вернее, пошел в советский Он уже Ногральскую премию получил, да, к тому времени? По-моему, нет. По-моему, нет. Чтобы я. Мне пришло в голову. Я пришел в советский экран, помните, было. Прекрасный журнал, да. Очень популярный. Самый популярный журнал в Советском Союзе. Кто попадал на обложку советского экрана? Звезда, нынешним да. языком, говоря. Я пошел в советского экран, рядом недалеко от того дома, где я сейчас живу, редакция находилась, и предложил свои услуги. Говорит: Вот вы в Ростов, да, да. Возьмите интервью Михаила Саншолохова. Конечно. Наглый был самоуверенный в себе абсолютно. Конечно, возьму тем более работал в газете «Молоты», хоть и был инженером-технологом, но газета «Молот». Суич Мезова знал главного редактора газеты. Рассказать всю историю? Или... Да, это очень интересно. Но она в конце такая не очень приличная. Ничего? Записка. Из песни, да? слов. Да. Короче, я приехал, пошел в издательство, а мне, а там был инструктор обкома партии. Желтый дом, так называемый. Я его хорошо знал, и говорю, слушай, вешки поехали, Я а зачем? Я говорю, ну, интервью взять у Шолоха. Он говорит, а зачем Вы тут часто бывает? Он говорит, приезжает, гуляет с нашими обкомовскими ребятами. Очень любит да, хорошо посидеть именно. за столом, да. Так что я тебе скажу, когда он приедет. В общем, меня разыскали там через день-два, а я приехал ненадолго. И сказать, что он гостиница московская, прямо напротив партии. Но надо рано утром идти, потому что они всю ночь гуляют, мало спят, а потом опять едут на лев, лев Бердон. Знаете, что такое Лев Бердон? Левый Дона. Левый Дона, да. Все ростовчане знают. На лев Бердон и идут опять поправлять свое здоровье. Вот жизнь. Замечательная жизнь. Я понимаю, почему он выпивал, потому что после тихого дона больше ничего шпутного не получилось. Подин «Целина» – это такая. Феритона. Донские рассказы, да, они сражались за родину, и все. Плохие? Судьба человека. Нет, подождите. Они сражались за родину, вы читали? Нет. Он очень слабая литература. Только фильм видел. Но это Бандарчук. И, и, и то слабая картина. Судьба человека. То написано хуже, чем сделал Бондарчук кино. С моей точки зрения. Но не в этом дело. Короче, я рано утром поднялся, где-то часов 8 я был уже в гостинице Московской. На третий этаж поднялся. Там много людей стояло, живого. Классика такая. Посмотреть на него. Ну, икона. И, значит, там проторчали. Где-то часа мы торчали, винегре винегретом оттуда и закуской пахло с этажа очень крепко. Я, значит... Наконец Паша так идет, идет, идет. Он идет в окружении вот этих людей, знаешь, в фетровых шляпах ходили обкомовские люди. Да -да. Тут пирожок, и, значит, лица вот такие красные. И, значит, а я приготовил листок бумаги на всякий случай и ручку. Так, держу на всякий случай. И когда он вышел, я так раздвигаю стоящих людей и подхожу, говорю: Здравствуйте, Михаил Александрович, а он в окружении обкомовских этих. Парни, парнишек. Дорасим Михайловича, он так меня удивлен смотрит. Я говорю, я студент ГИКа. Мне нужно взять у вас интервью. Как вы относитесь к тем фильмам, которые сняты по вашим произведениям? Он берет это меня, отодвигает тихонько. Меня тут же назад вышвырит заряд, и он пошел в я, Приветливый классик. Я бегу этажом ниже, на второй этаж спускаюсь. Как только дошел, опять выхожу. Говорю, Здравствуйте, Михаил Я вот, говорю, не, не успел сказать, что я вот студент в ГИКа. Мне хотелось бы у вас взять интервью. Как вы относитесь к тем фильмам, которые сняты по вашим произведениям? Он опять меня отодвигает, и меня вышвырит уже, я на первый этаж бегу. Мне пообещали, если я возьму интервью, мне оплатят плацкартный билет Москва-Ростов. Сейчас корыстный интерес был. Я ехал плацкартным сюда, ну, обратно понятно, в Купейном. Я, значит, на первый этаж, и уже говорю, здрасте, Михаил Александрович, и бумагу эту. Он уже смотрит на меня, как на вождение, жуть какая-то, кто, кто это. Я Михаил Александрович, я понимаю, что не, не та ситуация, но не, не, ну, не то время, чтобы вы давали сейчас интервью. Вот, вы листочек бумажки. Напишите вот это привет читателям э, советского экрана М. Шолохов. К 60-летию вашему. Мне говорю, оплатят билет. Сказали. Сказал, говорю, mm -hmm. э, 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 купейный. Меня только хотели уже окончательно со злостью. Э, Оттолкнуть, он показал ему не трогать. Иди сюда, отойди в стороночку. Толпа э -э -э, все смотрит. шел он отвел меня в сторонку, посунул ухо, дай. Я говорю да. Ближе, ближе. Пошел нахуй. <laughs> Я-то и ушли они. Я стоял такой... Задумчиво, задумчив, да? Потом стал смеяться, потому что ну, такого интервью э, он никому не давал. Не давал никто не брал такой интервью. Я потом так смеялся, думаю, Господи, как <связано> же мне повезло, что я э, гением... Э, Быть посланным гением. Гением, да. да. И э, э, это... Э, ну как Я сейчас вспоминаю даже с какой-то нежностью, потому Конечно. что, ну, ну достал какой-то... Наглец лезет. Ну, вот сегодня все-таки перебрасываем мостик в сегодняшний день. Его эта книга, на ваш взгляд, тихий Дон или нет? Вы знаете, наверное, было, простите, я человек верующий, и богохульственно говорит, что это не его. Но я не понимаю, я задаю сам себе. Природа непонятна, да? Сочинение. Н не природа. Как? Угу. Парень, ну как иногда говорит, два с половиной класса образования, иногда говорит, четыре класса образования. Чтобы переписать «Тихий дон» ручкой, макая в чернильницу… Да, Времени сколько надо? – Год. Чтобы просто переписать тупо. Если он начал писать, значит, он первые три части, первые три части, я их четыре, вышли в 1928 году, значит, 1905 год. 23, 23 года. 23 года. Год лежал он в редакции. Значит, 22 года. Значит, он очень должен начать писать самое позднее, в 19 лет, а то в 18. Как знать э, все передислокации воинских частей. Как, как о любви писать? О любви писать. Какой любви? Угу. Как писать аристократический язык Петербурга и знать Петербург, где они шли, в какой зал, где сидели и зимний, и пятый-десятый. Понимаете? Это да. Как это же касается еще Первой мировой войны? Угу. Тогда не было ни интернета, ни архива, Он жил в станице. Как можно было? Понимаете, ведь много копались. Я сейчас не подвергаю сомнению. Но черновики есть или нет? Говорят, есть. Но я подозреваю, что это был чей-то очень хорошо сделанный предварительный материал, угу. а он будет человеком потому что донские рассказы по стилистику, они соответствуют Тихому дому, абсолютно соответствуют. И поднятая целина? Нет, поднятая целина нет. Она, она дурно написана. Соцзаказ, знаете, такой Понятно. Э колхоз до за... Нагульнов на, Давыдов, да. На хуй, да. да, еще Щукарь там. Да, да. Понимаете, я все, все... Донские рассказы – тончайшая литература. Образы фантастические. Новелистичность рассказывает их удивительно. Поэтому я думаю, что он имел какой-то очень серьезный такой фундаментальный материал, который своей блистательно талантливой рукой он переписал. Интерпретировал немножко. – Интерпретировал, да. Я так думаю. По вашим сценариям сняты десятки художественных картин и мультипликационных, по-моему, 12 картин. Да, да мультипликационных. 4. 4. Или 13, 4. или 14 а вот художественных лент сколько по вашим сценариям снято, вы знаете? Ну, как я считал, если... Сейчас я закончил 64-й свой сценарий, как я считаю. А художественных где-то, ну, 50. Как? Я там кое-что снимал даже... Вот 9 лет... картин я снял как режиссер. Я, по-моему, у меня 2 сценария или 3 не мои. Значит, если так расчет, где-то 58-59. Главная тема ваших сценариев любовь? Ээ, нет. Главная тема моих сценариев как раз там любви меньше всего. Неустроенная любовь я как бы. Не, любовь, которая не нашла себя. Это... Веч... Вечный... Поиск любви, да. Вечный поиск любви. Что, в общем, касается любого человека. Не знаю, как вас, это касалось и меня, даже когда я женился на своей любимой будущей жене Тамарочке, угу. все равно я потом <клевый> устал от привычки и стал искать что-то другое. Не уходя из семьи ни в коем случае. Вот поиск любви и чаще всего как личность, несостоявшейся, чаще всего несостоявшейся личностью являются женщины. Потому что они более требовательны. Более, больше ищут. Больше ищут, более требовательны и более искренние И больше не находят. И чаще не находят, да. А мужчины, вот у меня только в полетах Васина пожалуйста, от, откровенно там написан мужской персонаж, который ищет и не находит. Так откровенно уже а так женщина вообще, существо страдательное, исключая сегодняшнюю женщину, и то она страдательна в другом качестве. Сильная женщина, она еще более несчастная, нежели слабая женщина. Женщина на каблуках и стучать этими каблуками по, мраморной, по мраморному полу, идущая к себе в офис или в банк, или чиновник, это чудовище, с моей точки зрения. Это женщина, которая уже не женщина. Она... Несчастья нет просто. Несчастья нет. То ли она мужчина, то ли женщина, то ли нечто, как на Украине, говорит, воно. Где вы брали образы и характеры для своих сценариев? Господа. За исключением, вот, пожалуй, родни, где я взял как образ мамину сестру Тетю Марусю и назвал ее Марией. Она знала об этом? Нет, она не знала. А вот теща моя, такой толчок к сюжету, это моя теща, мать моей покойной жены. Вот судьба, она приезжала к нам в Москву, у нее, она любила своего первого мужа, Вадима, отца моей жены. Угу. Потом она вышла. Задруга он был летчик, жил, вот мы, я живу в метро аэропорт, а следующее метро Динамо. И она жил, он жил на Динамо, и она часто ходила вокруг этих домов, не зная адреса, хотела его видеть. И так она так и не увидела, умерла. Я со своей Тамарой пытался с ним встретиться, она же его родная дочь. Нас жена этого полковника Вадима Захарова выгнала из. Не, не, не допустил. Вот я, я, собственно, история моей тещи, как она приходила и тосковала. Она, она любила его бесконечно. Какие ковиды. страсти? Да, страсти были. Она не любила своего второго и завершающего мужа. Он так, тем более, что он был очень хороший человек, но был очень тяжелый, ворчливый. Ну, когда вы приступали к сценарию, образы вот прямо оттуда приходили, вы только записывать успевали? Последний... Или вы продумывали тщательно это? Никогда, никогда не продумывал. Садились и писали. Садился и писал. А я не, если я начну продумывать, мне скучно становится, я не напишу просто. Да вот любой мой сценарий, Возьмите Соньку Золотую ручку. Три книги я написал. Сонька, Сонька продолжение легенды, Сонька, конец легенды. Третья часть не снята. Я написал каждый сценарий в среднем за три с половиной месяца. Рукой это... водил кто-то? Господь. Вы убеждены, что кто-то водил? Конечно. А как я могу как я могу войти в мой, в мой любимый 19 век я люблю безумно 19 век где было мужчина мужчины был барин был барином нам так кажется нет вы знаете да все было не так может быть красиво романтично как нам сейчас представляется но не было еще автомобилей были кареты были лошади, лошади всегда эстетичны нежели любой самый дорогой бентли, понимаете? тогда и мужчины умели ухаживать за женщинами, не было такого жесткого прагматизма. Сейчас не хочу ворчать, не дай бог. Не было такого жесткого прагматизма, который наступил сейчас, когда в, особенно в нашей стране, я говорю о России, но <связано> Украина может по-другому. <связано> Только деньги, только деньги, только расчет, только высший какой-то смысл выгоды. А выгода не может высокая, она всегда низменная. Выгода ⁇ это всегда ничтожное и очень опасное явление. Это выгода может обернуться против того, кто ищет выгоду еще страшнее. На конкретных артистов вы писали сценарий, конечно. Например. Ну, гражданку Никонору я писал, хоть сценарий продержал 9 лет. 9 лет? Да, я написал да. я написал на Чурикову. Писал, в общем-то. <кх> я написал его не соврать в 70-м или в 71-м году. Болтаясь в Москве, кстати, без прописки, без паспорта, без жилья три года фиктивный брак был в итоге. Я с там развелся, потом мы сошлись. Но ну, тогда в советское время нельзя было. такое, сейчас я имею право сказать. Вот. И только, по-моему, в 79 году Маря... Леонид, Морягин, узнав, я ему сказал, у меня лежит сценарий, который ну, Ленфильм когда-то отклонил. Дай почитать. Когда пришел, я говорю, слушай, это гениальный сценарий, да, я сниму. И каким-то чудом Пробил. Ну, пробил, да. Вот писал я на чуликом но ну, в итоге э -э Гундарева, я с ней, с Наташей очень дружил. После «Здравствуй, прощай», где мы с ним познакомились, это была первая роль в кино Гундарева. Здравствуй, прощай. Надежку она играла. Uh -huh. И вот, вот на Чурикову, на Гундарева, на Мурдюкова я писал родню. На, на, титульной страничке было написано, что главная роль на Мурдюкова написана. А... с Кончаловским мы писали курочку рябу на Ию Савину, но она, прочитавшись сказ... сценарий, сказала, что Мирешка засранец, ненавидит русский народ, Потому что показать таким образом русскую простую женщину может только негодяй. И отказался сниматься, когда был, Андрон предложил Чуриковой, с чем она, на мой взгляд, замечалась. Потрясающе справилась. справилась да. Да. А в одном из первых фильмов, снятых, снятых по вашему сценарию: Здравствуй, прощаю, у вас играли Зайцева и Ефремов. Кононов, еще Миша. Да, Кононов. Учитель э, Павлов. Да, вообще прекрасный фильм, по Гундарева, большому счету. Да. Прекрасный. Ефремов в роли милиционера. Скажите, Каким человеком был Олег Николаевич Ефремов? Вы с ним общались в свое время? Конечно, мы, мы подружились, собственно, после по настоящему подружились. Ну как? Вот я всегда говорю так, что если я представляю мужчину, в которого способна влюбиться любая женщина от 17 лет до бесконечности, это Ефремов. Он не был красив, он был долговязый, манкий. Да? Но от него шла такая энергетика, такие флюиды, такой мужик шел. Причем у него было блистательное природное чувство юмора. У него был какой-то своеобразный такой низкий, и через нос, вот у Миши Ефремова… Голос похоже его, очень, он, правда? Очень похоже. И, и когда он приехал на «Здравствуй, прощай», ну, Ефремов, Ефремов… Он, Главный режиссер МХАТа уже, да? Тому да, уверен. конечно. Виталий Мельников с ним был знаком, режиссер картины. И снимали, жили в гостинице Ростов, а снимали под Ростов. Олег Николаевич одно время там загулял, крепко, крепко. Он умел гулять, но вышел легко из состояния пике. И мы, собственно, после этой картины ну вначале стали приятелями, а потом, когда я стал президентом кинофестиваля Киношок в Анапе, он к нам приехал, од... по-моему, один... два или один раз, не помню. Но последний раз он к нам приехал, на <coughs> ему вручали приз честь и достоинство Павла Луспика, имени Павла угу. Успекаева. И Олег приехал уже с очень больными ногами, он еле-еле ходил. И ему помогала жена Бори Щербакова, Таня Бронзова. Uh -huh. И у нас закрытие. Я так заходил к нему, приходил. Он иногда выходил, очень дурно едя. У него ножки... И я захожу, говорю, Олег, уже закрыть фестиваля, мы тебе будем вручать. Он говорит, Витенька, не могу, ноги болят. Ну я не могу встать. И да, бронзовая ситуация, говорит, ведь оставьте ее в покое, под, под, отдадите. Я говорю, нельзя, я говорю, Олежечка, ну ты же артист. Я говорю, умоляй, поднимись, приедешь в зеленый летнюю страду, тебя вручат и сразу тебя отвезут. Ты просишь? Я, говорю, я прошу тебя. Ну давай. Через 15 минут он был внизу, при бабочке, смокинг, шаг, как будто ноги не болят его вручили. То есть вот актер, он выходил на сцену. Он не имел, в данном случае выходил тоже на сцену, он не имел права отказаться. Вообще такого обаяния, такой мудрости, жесткости, ума, хитрости. Вот это удивительное личность. удивительное. Он умел влюбляться, он умел жениться, умел уходить от женщин, отдавать накопленные, заработанные женщинам, а его часто кидали. И опять влюблялся, и опять все... Потом немножко я видел, когда он бородкой уже под конец жизни оброс, mm -hmm. очень ему шла эта борода. Не знаю, я был у него в Амхате на, произ... на проезде, Мхатовский проезд. Mm -hmm. И такой небритый мысль. Вообще, вот я, я дружил с кем? Очень дружил с Папановым. Папанов считал меня своим лучшим другом. Для меня загадка. Вы же одинождой один, да, ваш сценарий? Одиннажды один. Был. Вот после одинождой один Папанов считал меня своим лучшим другом. Большой тоже русский актер. Великий русский актер. А -а -а. Надежда Юрина его вдова говорит Витенька, он вас считал что у меня ближе друга, чем Витя нет. Он мне очень помогал, там телефон, что поставили, ну много помогал. Юматов Георгий Александрович, это просто родственник был фактически. Мы по крови не родственник, но Жора и Муза были ближайшими нашими. Они очень любили Машу, Ваню меньше, но Машу очень любили. Вот из актеров, вот, пожалуй, два очень близких. Но Олег Николаевич Ефремов, он был еще... Ну, у нас не был такой, как с Юматом или с Папаном. Я не был у него в гостях дома, я был в театре. Но вот чувство вот такого благодарной памяти, конечно. Говоря о Юматове, я помню об этой жуткой истории, которая с ним приключилась, когда он убил человека. Вы знаете подробности, что там произошло? Знаю, но я не скажу. Я знаю. Я знаю, скорее, легенду. Да, детей не было. Вот они мою Машу считали своим ребенком. И квартиру, кстати, подарили ей. Да, да вы что? Да, она живет сейчас в квартире Юматовых в Москве. <coughs> вот, да, собака погибла, умерла. Он пригласил дворника. Помянуть. Закопать. Угу. Потом помянуть. И там произошел конфликт, когда дворник сказал, что что ты убиваешься со собакой, со, собаки, собачья жизнь. Он был азербайджанец. Ну, это возмутило... Там Юматов. еще якобы разговор был, что если бы немцы сейчас победили, да, было бы лучше или что-то такого типа... Ну, там это уже легенды. У -у -у. Никому Юматов это не рассказывал. Это все, все это уже... Там дело в том, что когда Юматов был юнгой, да. Собака его спасла она как бы предчувствовала, что сейчас в катер попадет бомба, прыгнула в воду, Юматов прыгнул следом за ней, и в это время бомба попала в катер, там практически все погибли, а Юматов благодаря собаке спасся. И это, короче, начался конфликт, который закончился тем, чем закончился. А те оставшиеся детали, пожалуй, я единственный, кто это знает. Василий Лановой рассказывал мне, какие титанические усилия друзья Юматова предпринимали да. для его освобождения. Вы тоже в этом участвовали? Да, участвовал. Но э, я скажу, что это даже не титанические усилия. Это не было титанических усилий. Дело в том, что Юматов, особенно после офицеров, угу. который стал... Народный герой. Да, стал народным героем. Роговой снимал очень проходную, как всем казалось, вещь. Вот как бывает. Вот как бывает. А стала такая. Культовая. Культовая картина. Вот. И он, он, он настолько переживал по факту случившегося и за музу, за свою жену музу угу. Крепкогорскую, что, в общем-то, скорее это было тяжело из-за его душевного состояния. Скорее. Все понимали, что его судить не могут. Понимали? Понимали. Ну как у него у меня этот дома есть орден Ушакова, Редчайший орден, медаль Ушакова называется, не орден, медаль Ушакова. За личный героизм. Цепя, да. да, за личный Это вообще редчайшая награда, Редчайшая. Слава богу, это у меня все его награды у меня лежат, да. Ну как мы мы будем ближе хоть у и были родственники по крови, но вот он выделил, они выделили с почему-то мою семью. И все, все награды, все орденские, орденские книжки, все профсоюзы, пропуска на Мосфильм, все это у меня есть. Уйма фотографий. Я не знаю, она лежа, они лежат, свернуты, упакованы, но не знаю, никому не отдам, не отдам, жалко. А кому отдать? Сейчас никому это не нужно. Но отдам в музей Армии там разворует, разворует, и выбросит, вот, выбросит. Вот, вот еще страшнее, что выбросит.